Сколько я ехал? 65. Да? Нормально. Оформляемся? Оформляемся? Да? Несите протокол. Можно охранять? Протокол принесите сначала, я вам предоставлю документы. Принесите, хорошо оформлю. Вы здесь будете оформлять? Там или здесь? Здесь оформлять будете. Я проезжаю. Какие еще? Удостоверение на эти и вот там есть, да? Да, давайте оформляйте. Налогомите, да? Да. Все, оформляйте. Все, вам не решили. Не, оформляйте, оформляйте, я же нарушил. Если он там выехал, не видел. А что тогда останавливаете? А за ремень что, тоже составлять не будете? Ладно. What the fuck?